Февраль 1942 года. Самые главные новости приходят из Москвы. Весь мир обсуждает одно – немецкие войска отброшены от столицы Советского Союза. В эти дни русская поэтесса Анна Ахматова пишет эти строки. «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Я хочу работать в области экономики, и так, я думаю, русский язык для этой области очень помогает. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Мне нравится культура, да, и, может быть, танцевать. Русское слово звучит сегодня во всем мире. От Токио до Буэнос-Айреса, от Харбина до Сиднея. На всех континентах живут сегодня люди, которые любят Россию, которые говорят по-русски. Это люди разных рас и национальностей, они принадлежат разным конфессиям, но общее у них одно – принадлежность к единому геокультурному пространству, имя которому – русский мир. А начиналось все так. В 18 году Российская империя была порвана в клочья и разделена фронтами гражданской войны. Побежденные должны были уехать. Бизерта, Тунис. Здесь живут потомки русских моряков, не пожелавших жить в своей родной стране. В 1920 году адмирал Михаил Беренс привел в Тунис корабли Черноморского флота. Его брат Евгений в это время командовал военно-морскими силами Советской Республики. У каждого была своя правда. И каждый любил Россию по-своему. Но тогда русский мир был расколот. Острова русского архипелага возникали по всему миру. А везде люди старались сохранить свой язык и несли через все испытания память о далекой и, казалось тогда, навсегда потерянной стране. Мы были правы, поднимаясь за родину и отдавая за нее все свое. Ибо люди без родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь. В августе 2008 года в Ясную Поляну со всего света приехали потомки Льва Толстого. Из России, США, Франции, Германии, Италии, Швеции. Меня зовут Алексей Толстой. Это ли не наглядный пример того, что такое русский мир сегодня? Ради всяческих побед, ради счастья, ради силы, ради России стоит жить, стоит работать, стоит служить, стоит совершенствоваться и совершенствовать. И только ради этого. Все остальное – не реальные жизненные цели, а заоблачные мечты. В начале 20 века русский мир был представлен только России. Сегодня это миллионы людей по всему миру, объединенные любовью и интересом к великой стране и ее народу. Границы русского геокультурного пространства куда шире границы родовых, национальных или государственных. Пространство русского мира не ограничивается только иммигрантами и их потомками. Русский мир – это все те, кто так или иначе связал свою судьбу с Россией, все те, кто очарован блеском и величием ее истории и культуры. А нам, как фонду «Русский мир», нужно создать систему сетевого взаимодействия всего нашего русского мира, поддержать русскоязычные организации, специалистов по русскому языку, культуре, по нашей стране, помочь русским средствам массовой информации за рубежом, наполнить фонды библиотек книгами, аудио, видеопродукцией, сделать многое другое. Праздники русской культуры – всегда большое событие, где бы они ни происходили – в Бельгии, Италии или Германии. Как дела? Хорошо? Я люблю
тебя? Я как учитель русского языка, я думаю, что это самый богатый язык, что там великолепная литература. Поэтому я всем хочу сказать, ну, пожалуйста, вы учите русский язык, это очень хороший шаг. Дни русской культуры в Канне. Интерес огромен. Русские музыканты Башмет и Бутман – такая же часть русского мира, как и те, кто впитывают в себя каждый звук их инструментов. Перспектива заключается в том, что проникновение и изучение русского языка и вообще проникновение русской культуры, продолжение, я бы сказал, проникновения русской культуры в мир, вещь для нас, да и для мира тоже, я думаю, чрезвычайно важна. В 2005 году во Львове открылась очередная международная книжная ярмарка. Однако это значимое по любым меркам событие не смогло заставить многочисленных корреспондентов не отметить тот факт, что в тот же день на Западной Украине появилась единственная в регионе вывеска с двуглавым орлом и российским флагом – Фонд русской культуры. Русский мир. В нем живут самые разные люди. Вот, например, французский актер Робер Ассейн, любимец нескольких поколений женщин. Он считает себя французом, хотя с удовольствием говорит по-русски, которым прекрасно владеет. Хотя вообще-то у его деда фамилия была Гусейнов. Или барон Фальцфейн, меценат, один из самых верных и последовательных друзей России, сделавший для сохранения ее культуры как минимум не меньше, чем государство. Или эти палестинские дети, арабские мальчишки и девчонки, считающие себя русскими. Мне бы хотелось, чтобы мои дети тоже сталкивались так поближе с русскими людьми и с их культурой, и тоже уважали, так же, как я уважаю их. Русский философ Данилевский писал в свое время: «Почему Европа, знающая все, от санскрита до ракесских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, не знает одной только России?» Все-таки даже философы ошибаются. И тому пример многочисленные фестивали и олимпиады русского языка, куда собираются школьники со всех стран мира. Я вас любил, любовь еще, ведь может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Какое, казалось бы, дело итальянцам до того, что когда-то в Италии жил русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Однако, наверное, для культуры Италии это важно. Раз на доме, где жил писатель, висит мемориальная табличка. Если школьники двух стран с удовольствием общаются друг с другом, если учителя обсуждают вопросы, связанные с преподаванием русского языка на родине Данте и Петрарки. Мы решили, что будет справедливым поделиться нашими соображениями относительно того, как мы можем помочь популяризации русского языка в итальянских школах. Какие сферы нашей культуры могут вызвать интерес в России? Что мы, учителя, можем сделать для сближения наших стран? Русский язык. Он давал надежду на возвращение тем, кто был далеко за ее пределами. И, наверное, те, кто ощущает себя русским, и те, кто считает себя частью русского мира, вспоминают слова Ивана Тургенева. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Пространство русского мира стараются сузить. Искусственно. В странах, которые считают себя цивилизованными. Закрываются русские школы, запрещается язык, по сути, людей лишают связи с Родиной и возможности самому выбирать, какой культуре им принадлежать. Да, уже многие старались не извести наше государство до просто территории. Не вышло. Не выйдет и сейчас. В течение нескольких веков расширялось пространство русского мира. Русский язык стал родным и близким многим и многим тысячам людей, которые так или иначе соприкасались с небольшой частицей, небольшим осколком русской культуры, оказавшимся за многие километры от Родины. Мы будем все делать для того, чтобы значение русского языка, значение русской культуры было по-настоящему оценено. В разных странах, даже самых экзотических для русского человека, хранят и чтут память тех, кто строил и защищал свою новую родину, не забывая о том, что он русский.
Парагвай, Асунсьон. Здесь испытывают к России, может быть, самые теплые чувства, потому что именно русские офицеры создали армию страны, защитили ее, потом стали врачами, учеными, просветителями. И они же несли русское слово, пробуждали интерес к русской культуре, к великой нашей истории по всему миру. Поле, русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью связан с тобою, нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории моих предков.